Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Шкала Пайратс. Что это значит для клинициста?». В 2012 году Европейским сообществом урогенитальной радиологии и Американским радиологическим колледжем выпущена рекомендация по мультипараметрической МРТ в шкале Пайратс. На презентации вы видите описание, не буду на этом останавливаться. Скажу только то, что это система оценки, которая позволяет выявлять подозрительные участки и оценивать вероятность присутствия клинически значимого рака. Эволюция у Пайратса также имеется. В 2015 году вышла версия 2, и в 2019 году вышла версия 2.1, которая используется по настоящее время. Таким образом выглядит схема Пайратс. Я ее выполнить в упрощенном варианте. Остановимся на центральной колоночке. И как расшифровываются все эти категории Пайратс? Имеется 5 категорий от 1 до 5, где 1 – это очень низкая вероятность наличия клинически значимого рака предстательной железы, и категория 5, когда имеется высокая вероятность наличия клинически значимого рака. Немножко поговорим об этом. В 2020 году в американском журнале «Урология» опубликован достаточно большое исследование, мета-анализ, проспективный, куда включили более 4000 пациентов. В рамках исследования при Пайратс 1-2 выполнялась системная биопсия, и пациентам категории Пайратс 3 и 5 выполнялась комбинированная биопсия, либо таргетная, системная в их отдельном виде. И стоит отметить, что при категории Пайратс 1-2 в 4% выявлялся клинически значимый рак предстательной железы. То есть почти у одного из 20 пациентов может при этой категории иметься возможно наличие клинически значимого рака предстательной железы. И при категории Пайратс 5 у 3 из 4 пациентов будет выявлен клинически значимый рак предстательной железы. В 2022 году также вышло исследование, в котором также оценивалось выявление рака предстательной железы по категориям Пайратс, что доказывает, что чем выше категория, тем выше вероятность наличия клинически значимого рака предстательной железы. Самые последние рекомендации Европейской ассоциации урологов, которые были выпущены в 2022 году, наши коллеги из недружественных стран рекомендуют проведение мультипараметрической МРТ перед биопсией предстательной железы. При этом степень рекомендаций сильный. Если у пациентов имеется Пайратс 3 и выше, они рекомендуют проводить комбинацию таргетной и системной биопсии. Что касаемо третьего пункта, если Пайратс 2 и менее, и у нас клинические подозрения на рак предстательной железы низкие, в том числе можно посчитать плотность ПСА, о чем говорил Сергей Владимирович. При обсуждении этой ситуации с пациентом можно не проводить биопсию. Но стоит отметить, что степень рекомендации здесь слабая. В 2017 году было проведено исследование ПРОМИС, где сравнивали пациентов, которым выполняли биопсию предстательной железы после проведенной МРТ, и пациенты в группе исследования, которым проводили трансректальную биопсию предстательной железы без МРТ. Стоит отметить, что в рамках этого исследования у 27% мужчин было не показано проведение биопсии, то есть мы можем избежать необязательных биопсий этим пациентам, выполняя МРТ. А это, в свою очередь, мы можем предупредить ряд осложнений, которые никому не хочется лечить. Это всегда неприятно и грустно. Также в этом исследовании можно отметить, что если мы выполняем МРТ перед биопсией, то мы можем выявить рак предстательной железы больше на 18%. Ну и, собственно говоря, стратификация риска также оценивается на основании данных МРТ, от этого мы отталкиваемся в дальнейшей тактике лечения. Это исследование также выполнено и опубликовано в 2019 году. В это исследование включено 251 пациент. В категории Пайратс 3 и выше было у 79%. В этой категории пациентам, если немножко рассказать об исследовании, пациентам в этой группе проводили биопсию предстательной железы два специалиста.
Один проводил биопсию, не основываясь на данных МРТ, он об этом не знал. И второй специалист выполнял таргетную биопсию по результатам мультипараметрической МРТ. И стоит отметить, что у 94 больных выявлен клинически значимый рак. В таргетной биопсии выявлен только у 20%, системной у 14%, а в комбинации таргетной системной биопсии 66% из общего числа выявлен клинически значимый рак предстательной железы. Но что делать в тех случаях, когда мы не получаем рак предстательной железы? Когда нам нужно повторять биопсию и что мы должны делать для этого? Ну, сроки проведения, они не регламентированы. Здесь это все очень достаточно дискутабельный еще момент. Мы рекомендуем проводить биопсию не ранее, чем через 6 месяцев, при условии того, что нет сомнений в качестве выполнения предыдущей биопсии. Можно и через 2, и через 3 месяца выполнять. Это все уже надо обсуждать с пациентом и основываясь на клиническом примере. Ну и, собственно говоря, показания для повторной биопсии вы видите также на своих экранах. Это и рост ПАСА, и изменения при пальцевом исследовании, и плотность ПАСА также можно. Ну и также изменения на повторном проведении мультипараметрической МРТ, которая показывает PIROS 3 и выше. И вот рекомендации для пациентов при повторной биопсии, когда также нужно повторять мультипараметрическое МРТ перед планируемой биопсией. И стоит отметить, что если у пациентов PIROS 2 и менее, но при этом мы подозреваем, что у пациента есть подозрение на клинический рак предстательной железы, то нужно обсуждать проведение биопсии. Но так как мы не имеем подозрительных очагов, то выполняется системная биопсия. В заключение хочется сказать, что, основываясь на том, что я изложил, МРТ перед биопсией необходимо проводить всем пациентам перед биопсией, если нет противопоказаний. Шкала PIROS имеет важное диагностическое значение, имеет у пациентов с подозрением на рак предстательной железы. При этом изменения PIROS 1-2 не исключают наличие рака предстательной железы, и при PIROS 3 пациентам показано проведение комбинированной биопсии предстательной железы. Спасибо за внимание. Эмиль Ферритович, ну, у нас же с нами был клинический случай, когда мы также биопсировали пациента многократно, и диагноста нам давали, что PIROS 2, а потом сразу дали через полгода PIROS 5. Ну, на самом деле ситуация абсолютно похожая, когда одна градация по PIROS превращается в другую. На мой взгляд, ну, мы потом пересмотрели с диагностами, обсудили этот случай и, конечно, пришли к выводу, что никакой PIROS 2 исходно не было. Сразу было PIROS 5. Я думаю, тот случай, о котором вы говорите, о том, о чем спрашиваете, это вопрос больше к тем диагностам, которые выполняют это исследование. Не может быть такого, что была PIROS 5, изменение по данным МРТ, и потом после противовоспалительного лечения это превратилось в PIROS 2. Такого не бывает, такого не может быть. Это, повторюсь, как бы это вопрос диагностических служб и наших уважаемых коллег, которые трактуют данные мультипараметрического МРТ. Либо там есть PIROS 5, либо его нет. И это так не повлияет никоим образом на какое-то лечение, на эту ситуацию. Это, ну, я думаю, что с коллеги с этим согласятся. У кого еще есть вопрос? У меня есть вопрос. Спасибо за доклад. Вы нам прекрасно показали рекомендации недружественных стран. Какие рекомендации в дружественных странах? И более прицельный вопрос. Насколько в России распространена диагностика с мультипараметрической МРТ? И как вы считаете, насколько запоздалая диагностика и ошибки диагностики, если она не так распространена, по вашему опыту? Здесь есть проблема в том, что действительно не все специалисты-радиологи описывают версии даже 2.1 по мультипараметрическому МРТ. Собственно говоря, хотелось бы, наверное, чтобы специалистов, именно которые грамотно дают оценку этих исследований, становилось больше. Поэтому с этим есть определенные проблемы, когда пациенты к нам приходят из других учреждений. Мы просим пересматривать МРТ нашими специалистами, и мнения разнятся. То есть даже на основе тех рекомендаций, которые есть,
не всегда, ну, то есть есть субъективный все же подход. Это зависит от того, где было выполнено исходное исследование. Если это центр, который занимается онкологической помощью, который на потоке стоит, то, как правило, там идет оценка по шкале Пайроса, и, в принципе, как правило, совпадают мнения. Это мы видим. Если... Ну, это... Илья Валерьевич, я думаю, что это... Мне кажется, это один из поводов провести очередное исследование, сколько у нас в стране центров, которые оценивают правильно по шкале Пайроса, классифицируют изменения в предстательной железе. Таких данных нет, да. Можно вопрос задать? Да, конечно. Ну, учитывая, что у нас есть Нина Андреевна, я бы хотел Нине Андреевне адресовать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько клиницист должен обращать внимание на предыдущие данные морфологического исследования, предыдущие биопсии? Какие параметры могут бы подтолкнуть клинициста к назначению, может быть, более ранней биопсии, либо, может быть, более расширенной биопсии? Ну, начнем с того, что... Вот корреляция между ПАЙРАЦ и морфологическим заключением. Ведь здесь же две стороны есть, даже три. Врач-клиницист, врач-лучевой диагност и врач-патологоанатом. Ошибка может быть на каждом этапе, правда? В том числе и на морфологическом. На морфологическом этапе ошибка может быть связана, например, с неадекватно взятой биопсией. То есть это не морфологическая ошибка. Но когда мы видим 12 столбиков, а из этих 12 столбиков полноценных 2, а остальное либо это перипростатическая ткань, или это мелкие обрывки 1-2, максимум 3 мм, о какой полноценной биопсии можно говорить? И о каком сравнении и сопоставлении морфологического заключения и методов лучевой диагностики может идти речь? Да, здесь понятно, что этап диагностики морфологической неполноценный. Какие моменты могут в морфологическом заключении могут подвигнуть на то, чтобы взять повторную биопсию? Ну, это всем известно. Это распространенная высокая ПИН, это фокусы атипических желез подозрительных на рак, причем иммуногистохимическое исследование в большинстве случаев, в общем-то, не имеет никакого философского смысла и клинического тем более, потому что очень маленькие очаги, они могут и срезаться, и мы не получим никакой информации. А даже если мы получаем информацию, что... Нет, мы не выявляем базальных клеток в этом микрофокусе. Это не дает нам, морфологам, основания ставить диагноз рак по 2-3 железам. Но даже если мы поставили рак по 2-3 железам, вы начнете лечить. Но это основание к тому, чтобы сделать повторную биопсию через полгода или когда вы считаете нужным, мы, морфологи, не вправе вам диктовать эти условия. Какая еще морфологическая картина может сподвигнуть? Это если мы пишем интрадуктальная карцинома. Интрадуктальная карцинома без инвазивного рака. Вот это уже очень серьезная проблема. Это очень серьезный аргумент за то, чтобы взять биопсию как можно быстрее, потому что интрадуктальная карцинома ассоциирована с агрессивным раком, с раком с высокой суммой Глисона. Просто он где-то рядом, и он не попал в материал трепанобиопсии. Тем более сейчас вышла новая классификация ВОЗ 2022 года, там большое значение придается этим вопросам внутрипротоковым пролифератам интрадуктальной карциномы, ПИН. И сейчас появится новая категория – это креброзная внутрипротоковая пролиферация, которую мы не можем отнести в ПИН по новым рекомендациям, но недостаточно для того, чтобы отнести в категорию карцинома инситу. Поэтому вот эта новая категория, атипическая внутрипротоковая пролиферация, должна быть четким сигналом к проведению повторного исследования, взятие повторной биопсии. Я бы хотел, Андрей, дополнить все-таки, что если вы все-таки по 2-3 железам напишете аденокарцинома, я думаю, что все онкологи начнут лечить этого больного. Другой вопрос, что если будет в то же время, если вы напишете, что распространенная ПИН, либо внутрипротоковая пролиферация,
но не будет случать слово аденокарцинома, то бишь рак предстательной железы, то в этом случае само по себе ваше заключение, конечно, заставит задуматься, но без дополнительных параметров, о которых мы говорим сегодня, о той же шкале Пайрес, о том же уровне ПСА, динамике ПСА, мы не начнем лечить этого пациента, и, наверное, даже если все остальные критерии будут абсолютно идеальные, наверное, повторная биопсия не будет, скажем так, выполняться, но, может быть, за исключением для меня будет там внутрипротоковая какая-то пролиферация, которая подозрительна на внутрипротоковый аденокарцином, которая может сопровождаться низким уровнем маркера, и, соответственно, можно пропустить, если не повторить биопсию предстательной железы. Спасибо, Дмитрий Фаритович.